Я им покажу курить. Еще не бьешься, да? 12 лет, 15 лет. Что дальше будет, а? Так, так, сегодня надо снимать видос. Саня! Что ты так пугаешь? У меня только уроки закончились, чуть инфаркт не получил. Сегодня видос снимаем, я придумал. Что у вас в комнатах? Какой ты придумал? Это подписчики придумали. Ну ладно, в какой-то веке комменты почитал. Суть не в этом. Давай, 5 минут порядок навести и снимаем, что у тебя в комнате. Ой, ладно, приберусь уже. Так давно не снимали. И подписчикам я обещал. Арсений, давай, съемочка. Пап, я готов, мне даже убираться не надо. Может, тогда с твоей комнаты начать? Не, я знаю тебя, ты лучше это, 5 минут там, приведи в порядок, начнем с Сашиной. О, отлично, как раз доиграю. Так, пижаму и канцелярию. Ой, бумажка еще. О, блин, Петя! Вот Петя так меня подставил, прятал от родителей, а поставил меня. Они же дикого нет, папа, как открой, сразу все унюхает. И, конечно же, подумает, что я курю. Нет, их нужно прятать. О, пока спрячу у Арсения в комнате, папа тут точно не будет искать. Так, куда это все спрятать? Так, нужно где-то повыше. Опачки, коробочки. О, сюда точно никто не полезет. О, вот сюда. Аккуратненько это. Так присыпать. Надо закрыть. Идет. Надо бежать. О, Саша, что ты тут забыл? Я хотела кое-что спросить, но уже не важно. Ладно, иди, у меня сейчас катка начинается. Пижамка, пижамка. Так, ну что, я готов снимать уже. Ты что, еще не готов, Саня? Папа, мне еще полчаса убирать. Саша, как обычно, капуха. Ладно, пошел я к Арсению снимать тогда. Папа, какому Арсению? Ты же говорил, меня будем только снимать. Я такого не говорил. Все, ты второй, я пошел Арсения снимать. Блин, ребята, я походу Арса подставил. Нужно надеяться, что папа туда хотя бы не залезет. Вообще, это нужно оттуда убирать быстрее. Так, ну че, Арсений, с тебя в итоге начинаем. Пап, я тебе так и говорил. Окей, давай, поехали, что показывать? Итак, Арсений, давай, показывай ребятам, подписчикам, а? Что у тебя такого сокровенного, интересного? Давай-ка мы с полочек начнем, что у тебя там интересного? Давай. А? Заныкано. Так, ну, полочки, я думаю, интересно, давай шуфлядки покажу. Так, что тут у нас? О, смотри, любимому сыну, открытка, это от нас, да, с мамой мы дарили? Да. Даже чисто у тебя, слушай, ничего себе, это что такое, Арсений? Смотрите, у Арсения, видите, гильза пустая. Арсений, это откуда? На ходу Шерлоком ходил. Ты что, забыл? Это же мы стреляли в тире. Да, а, точняк, точняк, вот, смотри, точно, тренинг написано. Фух, я уже перепугался. А то, смотри, нерфовская лежит, и это рядом, да? Ну ладно, что-то у тебя тут пусто. О, смотрите, ребята. Было дело, а было осталась дело. Только коробка. Рассказывал ребятам, а? Куда конечно, дел? Конечно. О, видите, такая, это раритет. Раритет. Хоть коробка осталась. Кстати, можешь баксов за 5 продать. Это лупа. А что ты, Арсений, у нас? У тебя со зрением проблема? Нет, в биологии бактерии разглядываю.
О, смотри, через телефон и через это. О, ничего себе, у тебя глаз, Арсений. Ладно, прикольная штука. Блин, как бы папу выгнать из Арсениной комнаты. О, скажи, что ему на домашний телефон звонят. Пап, тут тебе звонят. Арсений, ой, Саша, скажи, я перезвоню, мы работаем с Арсением. Все, не мешай. Блин, не проканала. Ладно, надо что-то еще думать. Арсений, тут у тебя, я смотрю, ничего интересного, значок да? такой. Вот. Всем пора на выход. И... Слушай, ну ты сказал, с этой стороны неинтересно. Мне вот все-таки интересно, смотри, там такая коробочка есть наверху. Необычная какая-то, под старину. Давай-ка глянем, ну, я думаю, и подписчикам интересно, что там, а? Получается, у меня есть коллекция книжек, вот Hello Neighbor читаю. Две. Отлично. Арсений, ну покажи-ка ты нам те коробочки, что там в них? Вот такую показывать? Ну вот здесь лежала моя LED-лента. Показать, как включается? Да нет, Арсений. Да вот уже всем, уже даже это прям как квест, что там в коробке у Арсения. Так всем интересно, наверное. Вот интересненько, что Арсения в кошельке. Арсений, покажи нам коробку, пожалуйста, наверху 40... справа. 40... Почти, ну, 40 евро и 55 долларов. Короче, я сам залезу, посмотрю, что в той коробке, можно? Не-не-не, папа, я все сам. Вот AirPods и собачка. О, пап, интересно, что твоя рулетка у меня в комнате делает? Кстати, ребята, я ее искал уже месяц, найти не мог, Арсений. Вот еще книга Стив Джобс. Ладно, я так понял, ребята, он специально нас интригует. Сейчас он все-таки покажет, что в этой коробке. Ладно, сейчас. На самый последок ее оставил. О, ну все, наконец-то мы дождались. Он придумал, то сейчас точно к этой коробке долезет. Пап, тебе приехали, сказали срочно, уже в дверях стоят. Все, мы заканчиваем, Саня, 5 минут, не мешай, потом тебя будем снимать. Ну что, Арс, давай, дальше, показывай. Ну что, вообще эта коробка была от подарка. Вот тут AirPods лежали. О, сколько фигурок, ничего себе. Фигурки Наруто. И тут вроде ничего больше нету. Маленькая коробочка. Коробка. А тут что? Не понял, папа, это не мое. Не понял, это мое слово было. Это не мое! Это я не понял, алло, стопэ. Это что такое, Арсений? Это не мое, папа! И это что? Мохито, это ж эти электронные сигареты, Арсений, ты что, куришь? Папа, это не мое! Ты понюхай, как они пахнут! Я не курил, и никогда не курю! Ты чего? Не куришь? Они к тебе сами попали сюда, да? Я тебе 10 раз просил эту коробку показать, а ты мне что? Ты ее не хотел показывать, и оно еще заныкана коробка, в коробке еще, в мишуре, и целых 2 сразу. И Рик и Морти, да, твой мультик любимый. Папа, я тебе говорю, я не курю, и не курил, и никто из моих друзей не курит, ты чего? Все, Арсений. Съемка закончена. Компьютера лишён на месяц. Папа! Это только самое первое, что мне в голову пришло. Это не моё! Еще будет наказание, понял? Выключай все, отсоединяй. Арсений, это просто кошмар. Капец, трындец, Арсению. Блин, как рассказать папе то, что ты не моя, не Арсенина, и друга сдавать нельзя. Блин, надо будет, наверное, отцу сказать, а потом мы что-нибудь придумаем. Пап, ну это не мое! Порадовал, батя! Пап, ну это не мое! Иди все в комнату, я сказал, компьютер отключать лишён. Все, еще и телевизор заберу. Выкину в городе где-нибудь. Как так? Да я ж не виноват. Кто мог это сделать? У меня никто не курит из друзей. Только у Саши этот Петя. Так может это Петины. Но он не заходил ко мне в комнату. Но Саша заходил. Это же его друг. Так
Точняк, это же Саша мог подложить. Кроме Саши никто не мог. Саша, вот Саша, я тебе сейчас такое устрою. Ну, Сашка, откуда у меня электронные сигареты? Откуда я знаю, Арсений? Давай рассказывай правду, только у тебя есть друг, который курит, и это Петя. Это ты подложил мне сигареты его? Или кто? Да ладно, Арс, это я тебя подставил, но я не хотел, это все Петина. Да я знаю, что это Петина, только зачем ты мне это подложил? Решил меня подставить? Да я реально не хотел тебя подставлять, папа сказал, что мою комнату обозревать будет первым. Вот и спрятал тебе, а потом думал, заберу и отдам Пете, ну смотри, как получилось. А так получилось, как получилось. Иди папе все рассказывай. Давай только без этого. Папа потом Петиным родителям позвонит и все расскажет, а он потом с мной дружить не будет. Так это даже к лучшему. Петя курить перестанет и здоровье портить не будет. А я без компа месяц, без телефона, папа сказал, буду год. Ладно, пошли. Капец, это ж надо 12 лет электронной сигареты. Папа, слушай Сашу. Это не мое! Да, папа, это не Арсенина! Это что, все твое? Не один, так другой, да? Что ты мне рассказать хочешь? Откуда ты это взял? Это все Петина! Это он курит! Петина? Почему это Петина у тебя дома делает? У нас в доме что она делает, а? Петя, видимо, их сам у меня спрятал! Я только сегодня об этом узнал! Видишь, папа, это не мое! Ладно, я с Петиными родителями и с Петей сам разберусь. А вы оба доказаны! Ты тоже компьютер отсоединяешь и телевизор отсоединяешь, лишен тоже на месяц! Ну, чего вы добились? И меня решили, и еще Петю подставили! Ну и ладно, зато я не виноват, и Петя перестанет курить. Ну да, хоть папа теперь знает, что это не мы курим. Я им покажу курить. Ты не бьешься, да? 12 лет, 15 лет. Что дальше будет, а? Ребята, вы напишите, правду пацаны сказали или нет? Почитаю комменты снова. Ребята, а вы были на канале Брошоу? Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Пока-пока.